Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Дом на 324 квартиры по программе реновации построят в 2021 году. Строительство жилого дома началось в районе Люблина по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба Московского департамента строительства. В доме будет 324 квартиры. Сдать в эксплуатацию его планируется в 2021 году. Сейчас на объекте ведутся подготовительные работы. Ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и прокладка временных работ. Дом будет находиться по адресу улица Ставропольская, владение 23, корпус 1. В сообщении уточняется, что здание будет трехсекционным, с подземной автопарковкой. В доме будет размещено 43 однокомнатных, 238 двухкомнатных и 43 трехкомнатных квартир. Общая площадь всех квартир составит 19 943 квадратных метра. Также уточняется, что в доме предусмотрено место для 5 двухкомнатных и 1 трехкомнатной квартиры для маломобильных жителей. На этом пока все. Еще больше интересных новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!